В первой части видео мы связали с вами два шестиугольных мотива. Сложив их таким образом, у нас получилось две половинки кофточки. И давайте посмотрим это, как будет смотреться на нашей выкройке. Вот этот мотив, который мы связали, шестиугольник, и сложили таким образом. Прикладываем к выкройке, и нам видно, что еще нужно довязывать длину рукава, спинку, и вниз еще нужно будет провязать приблизительно 5 сантиметров или на ту же длину, на ту длину, которую необходимо для вашего размера. Я уже провязала одну сторону, и так она будет выглядеть. То есть наночная сторона спинки, вот так она смотрится с лицевой стороны. То есть я довязала вот 4 сантиметра. Еще нам нужно будет, после того как мы провяжем 4 сантиметра спинки, мы сошьем рукав. Так, вначале мы с вами провяжем 4 сантиметра спиночки, и теперь мы возьмем нить салатового цвета и прикрепимся. Перевернем с лицевой стороны по спинке. Вот у нас уголок. 1-2 столбика. В третий столбик мы введем крючок. Присоединимся соединительной петлей. Затем провяжем 3 воздушные петли для подъема. Это у нас первый столбик. И еще провяжем до конца ряда по спинке. И закончим вязание вот над последним столбиком голубого цвета. Итак, провязываем последовательно столбики с одним накидом до конца ряда. Провязываем. Провязали до конца ряда, у меня получилось 45 столбиков с одним накидом. Затем провязываем 3 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону еще один ряд нитью салатового цвета. Провязываем до конца ряда. В конце второго ряда провязываем последний столбик не до конца и меняем нить салатового цвета на нить голубого цвета. Затем вяжем 3 воздушные петли подъема. Следующий ряд мы будем вязать, как вы уже поняли, нитью голубого цвета. Нить салатового цвета можно обрезать, чтобы она нам не мешала, не путалась в нашей работе. И этот ряд мы будем провязывать с выпуклыми столбиками. Вот как мы уже с вами вязали такие шестиугольники. Провязали мы 3 воздушные петли, которые заменили нам столбик с одним накидом. Далее сделаем 2 накида. Сейчас мы вяжем со стороны выреза горловины. Сделали 2 накида и вводим крючок. Здесь мы пропускаем один столбик в этом ряду. И под этот столбик следующий вводим крючок и провязываем выпуклый столбик с 2 накидами. Далее вяжем 2 столбика с одним накидом.
Снова 2 накида. Здесь мы пропускаем 1-2. Под следующий провязываем столбик с 2 накидами выпуклый. Надеюсь, вы помните, как мы вязали. Поэтому я объяснять, останавливаться долго не буду на этом. И здесь пропуская вот столбик. На следующем провязываем последовательно 2 столбика с 1 накидом. Так вяжем ряд до конца. Довязали до конца ряда и ниточку я обрезаю. Для чего обрезаю ниточку? Для того, чтобы, если я буду, здесь мы вязали по кругу, а здесь мы вяжем в прямом и обратном направлении. То есть, чтобы у нас не менялся рисунок, так как когда вяжется в прямом и обратном направлении, то немного есть разница. Поэтому я обрезала ниточку и следующий ряд я начну с этой же лицевой стороны работы, то есть не переворачивая изделие. И давайте посмотрим, сколько выпуклых столбиков получилось, чтобы вы знали и не ошиблись. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И когда вы будете вязать с другой стороны, то есть вторую половинку, вы также проверьте, чтобы у вас и здесь было одинаково. А мы сейчас возьмем снова в работу нить голубого цвета и провяжем ряд столбиками с одним накидом. Присоединимся. Первый столбик. Провяжем 3 воздушные петли подъема. И далее будем вязать над каждым столбиком предыдущего ряда столбики с одним накидом. Столбиков с одним накидом у меня получается 45. И вяжем так до конца ряда. Провязали до конца ряда. Ниточку снова обрезаем. Освобождаем крючок. И нам еще нужно провязать, в моем случае, если вы вяжете также такой же размер, как и я, у нас совпадают размеры, тогда вяжем еще один ряд нитью белого цвета. Вот как здесь. Присоединяемся. Соединительной петлей сначала я провязываю, как вы заметили, чтобы ниточка закрепилась на крючке, не скользила, я провязываю начальную закрепительную петлю. И затем присоединяюсь в третью воздушную петлю. Здесь у нас провязаны были 3 воздушные петли подъема. Присоединяюсь в третью соединительной петлей, затем провязываем 3 воздушные петли подъема и далее последовательно вяжем над каждым столбиком с одним накидом предыдущего ряда столбики с одним накидом, ну уже нитью белого цвета. Итак, провязываем столбики с одним накидом до конца ряда. Затем ниточки между собой нужно будет связать, и пока можно их не прятать. Итак, вяжем ряд до конца. И вот мы с вами провязали недостающие 4 сантиметра по спинке одного и одной второй части изделия. И теперь я вот рукав сшила. И теперь давайте покажу, как я сшивала рукав. Сшивала я специально нитью салатового цвета для того, чтобы немного
Можно будет даже разнообразить сам рисунок. Вы можете сшить нитью такого цвета, которым провязывали, например, вот здесь голубой, можно сшить нитью голубого цвета, можно белый. Вы уже смотрите, как вам больше будет нравиться. Сшивать мы будем с изнаночной стороны работы, поэтому сложим тут, чтобы не запутаться, потому что шестиугольник складывается в разные стороны. И вот я повернула наизнанку. И теперь беру крючок. Здесь я провязала закрепительную петлю начальную. Теперь вводим крючок вот под уголок и провязываем соединительную петлю. Далее будем сшивать. Я уже показывала такой шов на сшивание двух квадратных мотивов. Вводим крючок здесь за заднюю стенку петли, здесь за переднюю. Подхватываем рабочую нить и провязываем соединительную петлю. И так продолжаем дальше. Здесь мы вводим за заднюю стенку петли, здесь за переднюю. И провязываем соединительную петлю. Соединение деталей делаем не туго. За заднюю стеночку. И за переднюю. Накид и протягиваем ниточку через петли. Итак, продолжаем соединять до конца изделия и заканчиваем сшивать, введя крючок под две воздушные цепочки с одной стороны и с другой. Введем крючок и провяжем соединительную петлю. Ниточку обрезаем и выворачиваем теперь изделие на лицевую сторону работы. Ну, вот что у нас получилось. Так у нас шов выглядит с лицевой стороны, и вот так он выглядит с изнаночной стороны работы. Ну, теперь, как вы уже догадались, и логично, что теперь давайте сошьем спинку. Спинку я также буду сшивать нитью салатового цвета. И присоединив детали, приложив их лицевой стороной одну в другую лицевую сторону, по изнаночной стороне работы будем вязать присоединение. Присоединимся в первый столбик. И здесь первый столбик. И провяжем соединительную петлю. Ну и далее, как мы только что присоединялись, также здесь у нас за заднюю стенку петли, здесь за переднюю. Ввели крючок, подхватили рабочую нить и провязали через две петли из крючка. И так далее продолжаем. Здесь у нас за заднюю стенку петли,
здесь за переднюю. И так провязываем до конца. И вот мы с вами уже соединили наши две заготовки. Теперь приступим к тому, что нужно удлинить рукав. Один рукав я уже удлинила. Вот у нас был провязан шестиугольник. И вот это вот удлинение. И с вами теперь я провяжу второй рукав. Для этого возьмем нить белого цвета и присоединимся, будем присоединяться снизу рукавчика. Приблизительно вот между зелеными квадратиками. Провязали столбик без накида. И первый ряд мы будем вязать столбиками без накида. В этом же ряду мы сделаем немного убавлений. Провяжем вторую петлю столбиком без накида. Далее свяжем два столбика без накида вместе. И теперь, провязав 5 столбиков без накида, 6-7 мы будем сокращать, то есть провязывать вместе. 1, 2, 3, 4, 5. 6-7 столбик мы провязываем вместе. Снова 1, 2, 3, 4, 5. 6-7 мы провязываем вместе. Один, два, три, четыре, пять, 6-7 провязали вместе. И вот здесь мы пришли. Здесь наш шов. Провязываем по цепочку 1, по вторую цепочку 2. И далее продолжаем вязание. 3, 4, 5. 6-7 провязываем вместе. Снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5. 6-7 столбики без накида провязываем вместе. И вот еще провяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И присоединимся в первый провязанный столбик без накида. Присоединяемся соединительной петлей. Далее будем вязать ряд столбиками с одним накидом. У нас должно получиться с вами 42 столбика. Провязали 3 воздушные петли подъема и далее вяжем по кругу столбики с одним накидом. Так вяжем до конца ряда. И заканчиваем ряд, присоединяясь в 3-ю воздушную петлю подъема.
количество столбиков, я сказала, у меня получается 42. Должно быть кратное 3. Для того, чтобы в следующем ряду мы будем увязывать узор, состоящий из 3 столбиков белого цвета и 3 столбиков с одним накидом зеленого цвета. Так, вначале провяжем 3 воздушные петли подъема. Затем свяжем еще 2 столбика с одним накидом. Но 3 столбик мы провязываем не до конца, а меняем нить белого цвета на нить салатового цвета. Вот такой узор мы с вами уже вязали, поэтому объяснять я долго не буду. Провязываем теперь салатовой нитью также 3 столбика, но последний вяжется не до конца. И снова меняется нить салатовая на белую. В процессе вязания нить прокладывается под столбики. И так продолжаем вязать по кругу до конца ряда. Довязав до конца ряда, присоединяемся к 3-ю воздушную петлю подъема. Следующий ряд мы будем вязать столбиками с одним накидом нитью белого цвета. Провяжем 3 воздушные петли подъема. И далее над каждым столбиком предыдущего ряда провязываем столбики с одним накидом. И вяжем так до конца ряда. Довязав до конца ряда, присоединяемся в 3-ю воздушную петлю подъема и меняем цвет нити белый на голубую. И следующий ряд будем провязывать нитью голубого цвета. Вначале провяжем 3 воздушные петли подъема. И затем над каждым столбиком с одним накидом предыдущего ряда вяжем столбики с одним накидом, но уже голубого цвета. И так далее провязываем до конца ряда. В конце ряда провязанного нитью голубого цвета присоединяюсь в 3-ю воздушную петлю, меняю нить голубую на салатовую. И для моего размера мне осталось провязать еще один круговой ряд, который я провязываю салатовой нитью, провязав 3 воздушные петли подъема. Далее каждый столбик предыдущего ряда провязываем столбики с одним накидом. И так далее вяжем до конца ряда. Довязав до конца ряда, присоединяемся в 3-ю воздушную петлю подъема. И ниточку нужно обрезать. Еще можно закончить рукав обвязыванием рачьего шага. Далее приступим к следующему этапу вязания. У нас еще не достает несколько сантиметров полочки.
Здесь несколько вариантов. Можно сначала удлинить изделие, затем добавить недостающие сантиметры полочки и связать планку. Либо вначале провязать недостающие сантиметры двух планочек, затем удлинить и только потом провязать планку. Я поступлю вариантом 2. Сначала я добавлю нехватающие сантиметры до планки. И если посмотреть на нашу схему, наш чертеж, выкройку, то это выглядит следующим образом. Вот мы с вами удлинили уже рукав. Мы с вами провязали спинку, сшили ее. И вот по переду нам нужно сделать еще вот такой вырез горловины и добавить необходимые сантиметры. Затем мы будем удлинять. Итак, приступим и будем провязывать недостающие сантиметры полочки. Здесь у нас получается вырез горловины. Вырез горловины составляет 4 сантиметра. По вырезу горловины мы с вами опустимся ниже на 4 сантиметра и начнем вязание вот с этой петли предыдущего ряда. Первый ряд я буду вязать нитью голубого цвета. Провязав начальную закрепительную петлю, присоединяюсь соединительной петлей к столбику, отступив расстояние 4 сантиметра. Провяжу 3 воздушные петли подъема и затем до конца планочки провязываем столбики с одним накидом. И так вяжем до конца ряда. Довязав до конца ряда последний столбик, ниточку обрежем. И следующий ряд будем вязать нитью салатового цвета. И начнем вязание с того же начала, где мы начинали с вами нитью голубого цвета. Введем крючок, третью воздушную петлю подъема и присоединимся соединительной петлей. Далее провяжем 3 воздушные петли подъема. И этот ряд мы будем с вами вязать с выпуклыми столбиками. Сделаем 2 накида и введем крючок ниже на 2 ряда. Подхватим столбик и свяжем выпуклый столбик с 2 накидами. Такой узор мы уже с вами вязали, поэтому провязываем, помните, 2 столбика с 1 накидом и снова выпуклый столбик. 2 накида, здесь мы 1-2 пропускаем, под третий вводим крючок и провязываем выпуклый столбик. Снова вяжем 2 столбика с 1 накидом. Два накида и провязываем выпуклый столбик лицевой.
Итак, дальше вяжем до конца ряда. Довязав до конца ряда, ниточку обрезаем. И следующий ряд будем провязывать также с латовой нитью, и начинать вязание будем от горловины. И кто вязал так же, как я, с таким же, такой же расчет у вас, давайте посмотрим, сколько выпуклых столбиков у нас должно получиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И продолжаем вязание и свяжем еще один ряд нитью салатового цвета. Введем крючок в третью воздушную петлю подъема. Присоединим нить. И затем провяжем 3 воздушные петли подъема. И далее над каждым столбиком с одним накидом провязываем столбики с одним накидом. Так вяжем до конца ряда. Довязали ряд до конца, ниточку обрезали, затем эти ниточки нужно будет связать между собой, чтобы они у нас не распускались. И далее мы будем вязать следующую полочку. Для этого, чтобы у нас они были одинаковыми, посчитаем, сколько столбиков у нас в полочке уже провязаны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 столбиков с одним накидом. Для чего мы посчитали с вами? Для того, что мы будем начинать вязание уже не от горловины, а снизу полочки. И начинаем вязание с нити голубого цвета, присоединившись под цепочку из двух воздушных петель. И провязываем 3 воздушные петли подъема. И далее вяжем еще 39 столбиков с одним накидом. То есть вы поняли, что каждый ряд теперь будем начинать не от горловины, а снизу полочки. Итак, вяжем первый ряд до конца. Затем провязываем нитью. Повернем. После голубого цвета мы с вами вязали нитью салатового цвета и вязали с выпуклыми столбиками. И потом заканчивали еще один ряд, провязывая столбиками с одним накидом нитью салатового цвета. Итак, вяжем сами полочку. И вот полочки у нас уже связаны. И осталось вот такое небольшое расстояние для планки кофточки. И что нам осталось еще связать? Наша выкройка. Мы с вами провязали рукав, провязали полочки по спинке и по переду. Теперь нам осталось удлинить кофточку и связать планку. А сейчас мы с вами немножко отдохнем и встретимся в третьей части видео.
и заканчиваем ряд, присоединяясь в третью воздушную петлю подъема. Количество столбиков, я сказала, у меня получается 42. Должно быть кратное 3, для того, чтобы в следующем ряду мы будем увязывать узор, состоящий из 3 столбиков белого цвета и 3 столбиков с одним накидом зеленого цвета. Так, вначале провяжем 3 воздушные петли подъема. Затем свяжем еще 2 столбика с одним накидом. Но третий столбик мы провязываем не до конца, а меняем нить белого цвета на нить салатового цвета. Вот такой узор мы с вами уже вязали, поэтому объяснять я долго не буду. Провязываем теперь салатовой нитью также 3 столбика, но последний вяжется не до конца. И снова меняется нить салатовая на белую. В процессе вязания нить прокладывается под столбики. Итак, продолжаем вязать по кругу до конца ряда. Довязав до конца ряда, присоединяемся в третью воздушную петлю подъема. Следующий ряд мы будем вязать столбиками с одним накидом нитью белого цвета. Провяжем 3 воздушные петли подъема. И далее над каждым столбиком предыдущего ряда провязываем столбики с одним накидом. И вяжем так до конца ряда. Довязав до конца ряда, присоединяемся в третью воздушную петлю подъема и меняем цвет нити белый на голубую. И следующий ряд будем провязывать нитью голубого цвета. Вначале провяжем 3 воздушные петли подъема. И затем над каждым столбиком с одним накидом предыдущего ряда вяжем столбики с одним накидом, но уже голубого цвета. И так далее провязываем до конца ряда. В конце ряда провязанного нитью голубого цвета присоединяюсь в третью воздушную петлю, меняю нить голубую на салатовую. И для моего размера мне осталось провязать еще один круговой ряд, который я провязываю салатовой нитью. Провязав 3 воздушные петли подъема, далее каждый столбик предыдущего ряда провязываем столбики с одним накидом. И так далее вяжем до конца ряда. Довязав до конца ряда, присоединяемся в третью воздушную петлю подъема. И ниточку нужно обрезать. Еще можно закончить рукав обвязыванием
рачьего шага. Далее приступим к следующему этапу вязания. У нас еще не достает несколько сантиметров полочки. Здесь несколько вариантов. Можно сначала удлинить изделие, затем добавить недостающие сантиметры полочки и связать планку. Либо вначале провязать недостающие сантиметры двух планочек, затем удлинить и только потом провязать планку. Я поступлю вариантом 2. Сначала я добавлю нехватающие сантиметры до планки. И если посмотреть на нашу схему, наш чертеж, выкройку, то это выглядит следующим образом. Вот мы с вами удлинили уже рукав. Мы с вами провязали спинку, сшили ее. И вот по переду нам нужно сделать еще вот такой вырез горловины и добавить необходимые сантиметры. Затем мы будем удлинять. Итак, приступим и будем провязывать недостающие сантиметры полочки. Здесь у нас получается вырез горловины. Вырез горловины составляет 4 сантиметра. По вырезу горловины мы с вами опустимся ниже на 4 сантиметра и начнем вязание вот с этой петли предыдущего ряда. Первый ряд я буду вязать нитью голубого цвета. Провязав начальную закрепительную петлю, присоединяюсь соединительной петлей к столбику, отступив расстояние 4 сантиметра. Провяжу 3 воздушные петли подъема и затем до конца планочки провязываем столбики с одним накидом. И так вяжем до конца ряда. Довязав до конца ряда последний столбик, ниточку обрежем и следующий ряд будем вязать нитью салатового цвета и начнем вязание с того же начала, где мы начинали с вами нитью голубого цвета. Введем крючок, третью воздушную петлю подъема и присоединимся соединительной петлей. Далее провяжем 3 воздушные петли подъема. И этот ряд мы будем с вами вязать с выпуклыми столбиками. Сделаем 2 накида и введем крючок ниже на 2 ряда. Подхватим столбик и свяжем выпуклый столбик с 2 накидами. Такой узор мы уже с вами вязали, поэтому провязываем, помните, 2 столбика с одним накидом и снова выпуклый столбик. 2 накида, здесь мы 1-2 пропускаем, под третий вводим крючок и провязываем выпуклый столбик. Снова вяжем 2 столбика с одним накидом.
два накида и провязываем выпуклый столбик лицевой. Итак, дальше вяжем до конца ряда. Довязав до конца ряда, ниточку обрезаем. И следующий ряд будем провязывать также с салатовой нитью, и начинать вязание будем от горловины. И кто вязал так же, как я, с таким же, такой же расчет у вас, давайте посмотрим, сколько выпуклых столбиков у нас должно получиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И продолжаем вязание и свяжем еще один ряд нитью салатового цвета. Введем крючок в третью воздушную петлю подъема. Присоединим нить. И затем провяжем 3 воздушные петли подъема. И далее над каждым столбиком с одним накидом провязываем столбики с одним накидом. Так вяжем до конца ряда. Довязали ряд до конца, ниточку обрезали, затем эти ниточки нужно будет связать между собой, чтобы они у нас не распускались. И далее мы будем вязать следующую полочку. Для того, чтобы у нас они были одинаковыми, посчитаем, сколько столбиков у нас в полочке уже провязаны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 столбиков с одним накидом. Для чего мы посчитали с вами? Для того, что мы будем начинать вязание уже не от горловины, а снизу полочки. И начинаем вязание с нити голубого цвета, присоединившись под цепочку из двух воздушных петель. И провязываем 3 воздушные петли подъема. И далее вяжем еще 39 столбиков с одним накидом. То есть вы поняли, что каждый ряд теперь будем начинать не от горловины, а снизу полочки. Итак, вяжем первый ряд до конца. Затем провязываем нитью. Повернем. После голубого цвета мы с вами вязали нитью салатового цвета и вязали с выпуклыми столбиками. И потом заканчивали еще один ряд, провязывая столбиками с одним накидом нитью салатового цвета. Итак, вяжем сами полочку. И вот полочки у нас уже связаны. И осталось вот такое небольшое расстояние для планки кофточки. И что нам осталось еще связать? Наша выкройка. Мы с вами провязали рукав, провязали полочки по спинке и по переду. Теперь нам осталось удлинить кофточку и связать планку.
А сейчас мы с вами немножко отдохнем и встретимся в третьей части видео.